Всем хай, с вами я снова, Дима Кулагин. Я придумал вам никнейм, чтобы демонята мои. Ой, слушайте, демонята. Так что давайте начинать. У меня прошлая серия не записалась, конечно же. Даже кто-то было уверен. Ну, это же не тогда, ребят. Кроме нас, зеленую заставу ну, там, некому я защитить. Я вам покажу потом, в следующем видео, когда я буду что-то там пранк снимать, наверное. Меня не лагает, сразу же говорю, когда я смотрел. Эта серия может залагать. Нас мало, но мы не боимся врагов. Сюда. Эй, говори четче. Задание. Не мнись, как девица. Понял, что... Возвращайся, если вы... Ну, у меня серия не вписалась, так что... Пардон. Я сейчас сюда. Мышка. Дрожи. Всё. Давайте починимся. Так что я не могу вот. Так что приходится вот так вот делать. Кстати, у меня же третий уровень, так ведь? Ой, мстительный. Окей. Если не хотите, чтобы я снимал, пишите два. Я специально сделаю, чтобы я снимал. А игровой... Игруха? Нормально. MMORPG. Свободный мир означает. Так, что еще? Игруха в игровом центре. Игровой центр скачивайте. Вам требуется имейл. На имейл регистрируйтесь с компьютера, потом будете на моем компьютере идти, а на моем вам не сделают. И пароль у меня сложен. Нет. Кто меня смотрит? Где знаю, что вы будете делать? Я уже знаю, что вы будете делать. У нас контрольная. Кстати, здесь бомбы можно еще вот такие. Так, я прыжок сделал вот такой. Хрыщ, и все. Американские упражнения. Хыть, хас, хыть, хас. Полягай там на сил. Ah!
Гози, нужно срочно спасать. Не беспокойся обо мне. Кто я забавный? Кто забавный здесь? В жопу пошел. Где же Гози? Кнопочка стоп. Закончите. Где же наша Рузи? Попишем. Некромант. Да в жопу. Найди Рузи, пожалуйста. Это нафиг, потому что мне нужно вот это. О, нет. Я хочу, чтобы у тебя есть что-нибудь. Говорите так. Лишние руки нам никогда не помешают. Слышь, такой умный, зовешь этих... А сам ты чего не идешь сражаться? Нас мало, но мы не боимся иди врагов. Иди у кузнеца, закупись и иди спасай своих. Иди за темной печатью своей. Ты даже к старейшине не можешь подойти. Только переговоры можешь вести. Я засел все. Я сам за компом по 3 часа. Ночью я вообще почти не сплю. До 23:00. 00:25. Но теперь мне чертовых 7 надо. А чтобы встать пораньше, слепить и вынести меня. Бла-бла-бла-бла-бла, я знаю это все, видите? Я не буду это трогать. Эти гипнозы. Если вообще меня сегодня выпишут. Если меня не выпишут, я все равно в воскресенье. Во вторник пойду, меня мама доставит. Потому что сколько я там месяца сижу уже. Как вам эта игрушка?
Требуется email. Так что, если вы хотите, чтобы вы на моем канале снимали, то просто напишите. И все. Вы будете очень сильно лагает. Странно, да?